привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 июля. Вот ровно 2 дня назад я снимала с этой теплицы видео, с каких томатов собрать семена. 2 дня меня не было. Я сегодня зашла, и я, ну, очень удивилась. Из-за того, что стоит аномальная жара, у нас вот под 30 каждый день, томаты решили созреть все в один день. Мало того, что я показывала вам Вову Путина, не ожидала от чуда земли, сегодня зашла и Настя, и Демидов, про них говорить нечего, и госпожа Удача, и чудо земли, все, и пудовик, и розовый мед, и любимый праздник, все томаты начали спеть, прям, ну, как одномоментно. Это, конечно, тоже не очень хорошо. Вот видите, вот эти-то крупноплодные, я их не ожидала, конечно, в первую очередь, они должны были, ну, намного позже поспеть. Единственный недостаток вот такой скороспелости крупноплодных томатов, то, что во время жары, когда вот это вот все у них ускоряется, вот с этой стороны тоже все уже краснеют, это очень плохо из-за того, что не успевают томаты набирать нужную массу тела. Массу плода, короче, масса тела. Если бы было, ну как, нормальная погода, чередовалось бы солнышко, когда солнышко, ну пусть даже дождик, когда опять солнышко, потом дождик, они постепенно наливаются, постепенно зреют, а тут жара. Жарко. Ясно, что температура, она всегда ускоряет. И в жаркое лето томаты получаются сладкие, такие сахаристые. В них много сладких веществ, в них мало влаги, но они всегда меньше весом. И вот я сейчас смотрю вот на любимый праздник. Сейчас попробую приехать к любимому празднику. Ну вот он, любимый праздник, за оранжевыми, за русскими колоколами. Тоже уже и первая, и вторая, и третья кисть краснеет, вот ярко-розовый. Но дело в том, что они тоже не очень крупные, но уже все почти поспели. Вот. С одной стороны, это хорошо, до наступления холодов, до наступления дождей, до наступления заболеваний все они, томаты, отдадут свой урожай. Но с другой стороны, вот будет плод немного поменьше, значит, выход вот в килограммах будет, конечно, меньше. Но для меня это не важно, мне главное, чтобы были вкусные, хорошие сейчас вот. И, кстати, начала поливать, вот после, ну, засуха же, быстро сохнет, начала поливать. И спелые плоды начинают уже трескаться. Нужно спелые плоды срочно снимать и применять их по назначению. Все. Вот то, что я хотела вам сказать. Это то, что жара тоже не всегда хорошо. Люди жалуются, что у них холодно, дождик, не краснеют. Вот висят они, висят. Зато они наберут полноценный вес. А наши вот эти торопыги, они все поскорее поспели, покраснели. Но они не очень большие. Ну ладно, будем рады и этому. Все, что нам дает природа, все хорошо. Значит, нынче суждено нам быть мелкими томатами, но сладкими.